В минувшее воскресенье «Текстильщик» провел очередной матч Кубка России по футболу. На стадии 1/64 финала, куда наш клуб прошел после побед над Владимирским «Торпедо» и Костромским «Динамо», ивановцы уступили подмосковной команде «Химки» со счетом 1-2. Таким образом, «Текстильщик» покидает розыгрыш Кубка России в этом сезоне. Но первенство продолжается. Теперь ивановцы смогут сосредоточить все свои усилия на нем. Следующий матч «Текстильщик» проведет вновь на выезде. 18 августа подопечные Дмитрия Парфенова сыграют против Владимирского «Торпедо».